Считаешь себя умником? Тот, кто тебя нанял, сделает то же самое с тобой. Раньше у преступника в этом городе были хоть какие-то принципы. Честь, уважение. А ты? Во что веришь ты, а? Во что ты веришь? Я верю, что то, что тебя не убивает, делает тебя... страннее. Я свою половину сжигаю. Вас только деньги волнуют. Этот город заслуживает преступников получше. Я их ему дам. Скажи своим, они теперь работают на меня. Это мой город. Они не будут работать на какого-то психа. Психа? Может, покромсать тебе на мелкие кусочки и скормить твоим псам, а? Тогда посмотрим, насколько предан голодный пес. Дело вовсе не в деньгах. Главное, чтоб дошел смысл послания. Что все сгорит. Кто это? Мне было видение мира без Бэтмена. Мафиози мучились ради какой-то мелочевки, а полиция все время пыталась их засадить за решетку. И это было так скучно. И тогда я передумал. Я не хочу, чтобы мистер Рис все испортил. Но почему все веселье должно доставаться мне? Предоставим шанс другим. Если Колман Рис не умрет через 60 минут, я взорву больницу.